компании. Ты заодно недели, замечательности, но за ней две недели ловил. Здравствуйте, всем доброго дня. Пришел покушать, короче, злой. Злой, потому что хочу есть, когда я хочу хавать, я очень злой. Принесли мне еду. Самое опасное здесь сидеть, якудза. Руки не забывайте есть перед едой. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, вот такую я еще булочку буду. Но перед этим я всегда ем что-то сладкое. Такую штучку. Спасибо, Лера. Всем привет, всем добра. Всем добра и любви желаю. Нет, это не картошка, это лапша с говядиной. Вероника, спасибо. Погода в Питере. Соу-соу. Всем привет. Питер отлично. Ванёк, здорово. Да, деловая колбаса, не тусла, фига себе. Всем привет. Как называется тема, короче, когда люди хавают? И это, короче, я очень люблю кушать. Я еще не завтракал, поэтому я злой. Сейчас я буду кушать. Пушечная просто. Кто что делает? Все, наверное, работают, да? На какой улице я жил в Гальяново, на Хабаровской? Со мной фоткалась Гальяново, классно. Блять, как вкусно. Короче, ладно. Говорит парень, девушка сидит, говорит, не обязательно все съедать. Как так? Если не доедать, это силы и все остальные. Девушка, не отвлекайтесь, пожалуйста. Приятного аппетита вам с вашим молодым человеком. Спасибо. Пожалуйста. Я всегда всем людям добра желаю, друзья мои.
Все всегда, чтобы вкусно кушали, чтобы было всегда все хорошо. Любовь и мир в этом мире. Откусить? Приходи, я угощу. Дамир, здорово, братец. Сколько стоит любовь? Нисколько. Бесценно. Любовь — это бесценное чувство. Да, солнышко, что-то в Питере нет последний день, но ничего, скоро будет. Я сейчас все сделаю. Завтра будет солнце. Обещаю, что завтра будет. Спасибо, брат. Махмуд, спасибо, друг. Очень вкусно. Я в Санкт-Петербурге, да. На диете, но ничего. Это же диетическая еда. Я особенно люблю острое очень. Я в Санкт-Петербурге, да, все верно. Да, эмоционально, конечно, как. Как найти Настю Киушкину? Знаю. А что она? Накосячила где-то? Как похудеть? Заниматься спортом каждый день. Через силу, через не могу. Когда вот встаешь, думаешь, сука, как я хочу еще поспать. А в этот момент надо свою жопу поднять, ленивую. Ну, типа, иди на пробежечку. Только так. Где меня можно встретить? Везде. Наркоманию нет, я наркотики не употребляю. Спортом бывает занимаюсь. Мне принесли гору, я уже схавал 2/3. Всем привет. На ветеранов, да, я не бываю. Я извиняюсь очень сильно, конечно. Я на Петроградке бываю, на Ваське. На Синой бываю. Конкретного места, где я бываю часто. А для чего, с какой целью интересуетесь? Можно просто встретиться. Принял ли я ислам? Как думаете, принял я ли ислам или нет? Спасибо большое, Назетта. Нет, это как вот картошка, да, вот эта картошка. Просто к цыганам, как я отношусь. Угарные ребята. Кушаю я лапшу с говядиной.
Ты такой хорошенький, Алена ку-ку, с ней любой станет ку-ку, поэтому хорошо. Спасибо огромное. Пойдем вместе пообедаем. Возможно, когда-нибудь. Илюша, трости, загори в солярии, ты еще молодой, не ставь на себе в смысле, что? Упали, что ли? Мне не нужно ничего, не загорать, ничего делать, я идеален. Привет, Наташенька. Дела хорошо, спасибо. Спасибо всем. Вон Виктория. Можете, друзья, поднакиньте Викторию, короче. Виктория чокает некультурно, Привет. Привет, Кирюха. Привет, братский. Как твои дела, братец? Да, прическа у меня пушечная просто вообще. Я создан был, я рожден быть лысым. Лолита, здравствуй. Все прекрасно, спасибо. Тебе тоже приятного аппетита, если кушаешь. Поднакинешь сейчас ты мне? Давай поднакинь, сука. Давай, блядь, поднакинь мне, нахуй. Поднакинет она мне эти, блядь, поднакину, вообще обосрался сейчас. Я извиняюсь, не при еде сказано. Прическа, отдыхай, моя расческа. Натуре. Это про меня. Я чокнутый, ну да, есть такое. Виктория уже давно закипела, еще как год назад. А такое говно руки марать, это ты про себя, да, как я понял? Пожалуйста, Лолита. Пожалуйста. Конор 3305, ты, мразь, сдохнешь на днях. Попомни мое слово. Я кушаю китайские макароны с говядиной. Я очень люблю китайскую еду. Китайскую. Очень люблю сильно. Очень вкусно. Да, я чавкаю. Я чавкаю, потому что очень вкусно. И запомните, когда вы приходите в китайский ресторан, если вы не чавкаете, не рыгаете и все остальное, это для них неуважение. Запомните, у них ресторанов в Китае все, я извиняюсь, пердят, срут, чавкают, рыгают. И если они этого не делают, это значит, что повар невкусно приготовил. Запомните, невежи. Когда ты приходишь в дом к человеку, там, и у него есть какие-то, ну, правила его стола, там, религия, да, там, ты должен, как бы, стараться кушать по его правилам. Потому что ты за его столом сидишь, хоть ты и гость, как бы. Не чокнутый, а своеобразный. Спасибо, мои защитники. Я за вас пару любого. Вроде раньше был хорош, ну гуляй тогда отсюда, пожалуйста. Спасибо, покушай обязательно. Приятного аппетита, Олечка. Оленька. Вот суки.
А, кто-то там пообщаться хочет. Машуль. Оленька, здравствуйте. Здравствуйте, Оленька. Доброго дня вам, прекрасного настроения вам желаю. Спасибо. Куда вы едете, Ольга? Ой, подождите, почему Ольга? Как вас зовут? Не заразиться ковидом, все дела. Я понял, чтобы ковидом не заразиться, вас зовут Ольга, да? Я вас спрашиваю, как вас зовут, а вы мне говорите, чтобы ковидом не заразиться. Пусть будет так. Наушники одену, чтобы не кричать на всю, на весь автобус. Как у вас настроение, сейчас Ольга? Хотела много вопросов узнать. Хотела много вопросов у тебя узнать. Да что вы говорите, ну давайте. У меня есть о чем поговорить. Нам просто тут очень много ушей. Ну, другие люди слушали. В плане в автобусе то, что. Угу. Вы хотите что-то интимное спросить? Сейчас, на минуту. Если что-то хотите интимное спросить, если хотите что-то интимное спросить, все все знают. Нет, это другое. Сейчас спрошу. Пару давайте, давайте, пару минут подожду. Я уже доедаю просто. Поэтому. Там, блин. Да я так жестко завязала. Ну попробуй, я верю в вас. Я верю в вас. Сейчас, пару минуток. Ну или давай смотри, как я сейчас распутаю. И свяжемся давай. Через какой-то период. Давай. Давай, лучше так. Самое удивительное, что небольшая. Да, голова у меня была закрыта, череп, мозговая травма, меня хотели убить. Так, друзья мои, я просто что-то, короче, я подмахал так сильно. Вообще жестко. Булочку я возьму. Махмуд, булочку тебе, брат. Сейчас принесу. Или булочку кому-то сейчас отдадим, может, кто нуждается. Что я так наелся сейчас. Сейчас, короче, все найти. Ой, тебе сейчас бы поспать. Но надо идти работать. Очень вкусно было, я очень рад, что я покушал. Руки еще об такое говно марать, ты мразь, конечно. А что я не понимаю, кстати, у меня почему-то экран темный. Почему-то у меня темный экран, вообще так непонятно, почему я сейчас. Кто там ко мне подошел? Никто. Маркова Настя, привет большой. Оля. Да, всего хорошего, рабочего дня, доброго. Сейчас я оденусь. Thank you.
Я не понимаю, почему у меня темный экран. Типа, вот знаете, когда прямой эфир приостановлен, такая типа тень появляется. Не понимаю, почему. Сейчас парень разминает руки перед едой. Приятного аппетита, ребятки. И вам тоже, друзья. Всем приятного аппетита, друзья. И вам тоже. И вам приятного аппетита. Вам. Вам вот. Извините, а можно пакетик мне с собой взять? Спасибо. Как я люблю азиатов. Такие добрые люди, а? Не то, что русские. Вот. Самые лучшие люди азиаты. Спасибо большое вам. Всего доброго. Нихау наоборот. Нихау наоборот. Так. Сейчас, короче, выхожу, прикинь, начинается заказ жесткий. Клево было бы сейчас, классно сейчас растрясти жиры. Жиры мои. Мои жиры бесконечные. Я жирный. Жиробас. Жиробас наш, наш Илюшенька, жирок. Наш Илюшенька, жирок. Дай ты кому-нибудь. Короче, дальше уже опасно, если честно. Идти с телефона могут вырвать из рук. Там мне придется бегать, не хочу сейчас. Так, Илюша, что с вами стало? Вы изменились очень сильно. Принцесса очень похожа. Спасибо огромное за мою заиньку. Самую любимую на свете. Оленька. Да, мне нравится... Олины изменения очень сильно. Ольга очень поменялась в очень прекрасную сторону, так же, как и я. И это не может не радовать. Я очень счастлив за нее. Она... У меня много чего ей сказать, но просто не хочу. Я сама культура. Я, потому что коренной санкт-петербуржец. Вот что ему с пенсионерами общаться, мне Илюха всегда нравилось. Спасибо, Лолиточка. Да, мне нравится. Конечно. Как может такая девочка не нравиться? Чего я не читаю в директе, потому что фигню, значит, всякую пишешь. Сейчас, короче. Идти на дом 2, так его уже закрыли, дом 2. Дом 2 же закрыли, ребят. Илюха, отращиваю волос, лысый, ты выглядишь старше. Ну, я и так старше буду в любом случае выглядеть. Потому что... Не курим, брат. На голове вчера тоже пипец болела, поспала хорошо. Молодец. Карманником, да, работаю, конечно же. Нет, я не ворую, потому что воровство – это грех. Да, воровство – это грех. Бабушка. Бабушки настроение подняли. Нет, с волосами хуже намного было. Как мило. О, холодно, блин, жестко холодно, отвечаю за голову. Короче, у меня темный экран, меня это подбешивает, конечно, сейчас. Перезайди, как всегда, красавчик, спасибо огромное, Арли, спасибо. Я зашла поговорить, смогу через пару минут. Хорошо,
Вот такой вот я весь красивый. Очень. И сильный. Резидибо робот, да уж. Приколист. Кстати, тоже интересно, что там такой вот добрый. Да, я самый добрый на свете. Марта, здравствуйте. Азиат, да. Да, мрази здесь пишут про маленького ребенка, пидораска. Извиняюсь за выражение, суки ебаные, блядь, порву нахуй, блядь. Мысленно, как минимум. Петухи, суки. Не продолжение рода, урода, а продолжение рода, блядь. Блюдки. Да ладно, видели пресс-то, конечно. Дом 2 на СТС Лав. Все, я по-любому пойду. Короче, ладно, друзья мои. Потом выйдем на связь. Всем доброго дня. Силы. Верьте в Бога. Потому что Он есть. Верьте в свет. И вы будете светом. Не думайте о темноте. Всем доброго. Всего самого доброго. Мои друзья.